хочу предложить вашему вниманию КамАЗ. Сельхозник. КамАЗ 2009 года выпуска. Мотор Евро 2. 152-я коробка. Новые борта. Стоит неплохая камерная резина. Двигатель был откапитален. Новая поршневая, новые вкладыши. Новая топливная система. Рама целая, без сварки, без лопин, без трещин. Возможно, любая форма оплаты, наличный, безналичный расчет. Так что, если вас заинтересовал данный КамАЗ, звоните, пишите. Будем рады вам все рассказать и показать. Всего доброго!